Добрый день, на связи Планета Авто. Сегодня у нас на обзоре Hyundai Santa Fe 2019 год, белый цвет, бензиновый дизельный двигатель 2,2 литра, 200 лошадиных сил, АКПП, полный привод. Оригинальные литые диски, хорошая летняя резина, пробег 51 тысяча километров, имеются хромированные вставки, повторители в зеркалах, рейлинги на крыше. У салона у нас ухоженный салон, не прокуренный. Кожа, парктроники, камеры, подогревы вентиляции сидений, подогрев рулевого колеса, климат-контроль, мультимедиа, кнопка старт-стоп, круиз-контроль, мультируль, антиюз, контроль полосы, предотвращение столкновения, электропривод передних сидений, электрорегулировка зеркал.